Привет всем! Сегодня у нас обзор на вторую специальную коллекцию Kinder Surprise, найти которую можно только в международных терминалах аэропорта, в так называемых магазинах Duty Free. И это вот такая вот у нас коробочка с названием «Пати над облаками», то есть «Вечеринка над облаками». Такие всего три таких специальных коллекции продает Kinder Surprise в аэропортах. Первую мы распаковали неделю назад. Смотрите обзор на нашем канале. Это были самолеты Аэробус А330. И вот сегодня мы распакуем второй вот такой вот набор. Летом обновились все три коллекции, которые Kinder Surprise продает в магазине Duty Free. Раньше несколько лет Kinder Surprise продавал точно такую же упаковку, и там были киндерина с разных видов спорта. И вот сейчас, этим летом, полностью обновился ассортимент, и здесь у нас вот такой вот набор, называется «Вечеринка над облаками». Здесь у нас 8 коллекционных игрушек, и, как вы видите, многие уже увидели, что здесь у нас 6 киндерина из коллекции к юбилейной, к 50-летнему Kinder Surprise, и также добавили еще 2 киндерина из других коллекций. Ну что ж, также нас ждет какая-то здесь игра или раскраска. Ну, посмотрим, в общем, как выглядит эта коробка изнутри. Итак, всего же, я повторюсь, у нас 3 коллекции. Вот первые 2 это обновления, самолеты и киндерина. И третья, вот совсем-совсем новая, будет у нас обзор на следующей неделе. Итак, распакуем нашу коробку аккуратненько и посмотрим, что же находится в ней внутри. Как вы видите, у нас здесь 8 киндер-сюрпризов внутри должно быть. И гарантированно мы соберем всю коллекцию. Вот так вот красиво завернута эта коробочка. Пати над облаками. И у нас... Вау, у нас здесь такая вот картинка, соединить по цифрам. Ого, 600 я вижу числа. Раньше мне такие нравились картинки, когда в детстве, я помню, очень любил рисовать по цифрам. Даже, честно говоря, не знаю, что здесь получится за картинка. Было бы интересно, конечно же, нарисовать, но прежде всего интересно посмотреть, как же выглядят коллекционные игрушки. Итак, здесь у нас вот такой маршрут, пати над облаками. Я даже не знаю, как он открывается. Давайте попробуем. Выглядит все как календарь. А, да, действительно. И здесь у нас ждут различные киндер-сюрпризы. Ну что ж, друзья, давайте начнем распаковку по одному. Вот такой вот киндер-сюрприз. Здесь у нас по-английски написан киндер-сюрприз. 3 сентября 2018 года выпущен. Что ж, посмотрим, что ждет нас внутри. Будет ли какой-нибудь специальный вкладыш, который объединит все фигурки из коллекции или нет. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Итак, здесь у нас киндерина теннисист. Ну, это у нас со старой достаточно коллекции киндерина. Вот они его почему-то также поместили в коллекцию, которая у нас... Назвали пати. Давайте посмотрим, интересно, как выглядит вкладыш. Обычно ли вкладыш, либо какой-то специальный. Здесь у нас киндерина теннисист. И здесь у нас вот стандартный вкладыш 50-летию Kinder Surprise. Да, такого у нас не было. Такого у нас не было, конечно, игрушки в этой коллекционной серии. Киндерина. Но вот интересный вкладыш. Получается, вкладыш необычный. Специально сделанные для этой упаковки. Ну что ж, давайте распакуем следующий Kinder Surprise. И это у нас будет... Как же это делается? Здесь надо просто открывать по окошечку и соберем всю коллекцию. Здорово, поскольку коллекцию киндерина к 50-летнему юбилею Kinder Surprise я так и не собрал. Здорово, что здесь у нас все коллекционные игрушки, кроме 2, которые вот не киндерина. Там есть еще 2 игрушки в коллекции. Давайте посмотрим, что нам сейчас попадется. Здесь у нас снова цельная фигурка. Это киндерина-художник. Это снова с другой же коллекции, мне кажется, 2016 года киндерина. Ну вот почему-то они объединили этих 2, да, добавили в специальную коллекцию, сделали специальный вкладыш, как вы видите. И здесь у нас вот так вот выглядит эта игрушка, да. То есть на палец одеваются краски. Ну что ж, у меня не было этих киндеров, здорово.
Здорово, что сейчас они попадутся. Ну, вообще, Киндерина выглядит симпатично, симпатичная коллекция. Итак, давайте, теперь у нас должны попасться игрушки только из новой коллекции. Вот-вот недавно вышедшей летом. Вышедшей, кстати, не во многих странах. В России вышла эта коллекция, например, в Германии ее не вышло. То есть сохраняйте коллекционные игрушки, они в любом случае будут дорожать, поскольку многие коллекционеры из Европы захотят их купить. Итак, ну что ж, и здесь у нас вот как раз-таки попадается коллекционная игрушка уже с новой коллекции, та же самая картинка. И здесь у нас вот такой вот киндерина, радостный сердечко. Итак, вот такая вот фигурка, то есть покупая такой набор с магазина Duty Free в аэропорту, вы гарантированно получите все игрушки коллекционные этой серии. Итак, здесь у нас вот такое вот сердечко и киндерина. Так, попробуем вставить ему в руку наше сердечко. Как-то так, да. Ну что ж, отличная игрушка. Здорово, что игрушки цельные, а не сборки. И давайте откроем следующий киндер-сюрприз из нашей коробочки. Посмотрим, что ждет нас внутри него. Итак, отличный такой подарочный набор. Посмотрим, что у нас в следующем киндер-сюрпризе. Итак, снова у нас темная капсула. И здесь у нас киндерина, да, которая впервые появилась в коллекции к 50-летнему юбилею киндер-сюрприза. Посмотрим, как она выглядит, игрушка. Ну что ж. Смотрите, меняет цвет шарики с красных на фиолетовые. И вот такая вот у нас подружка нашего киндер-сюрприза. Ну что ж, то есть, в принципе, здесь ничего нового. Положил киндер-сюрприз всю коллекцию всех игрушек из киндерина и киндера в эту коробочку. И также еще два добавил киндерина из предыдущих коллекций. Да что ж такое, они как шарики у меня не держатся. Вот вроде бы сейчас держатся. Итак, 4 игрушки из 8 мы распаковали. И давайте распакуем еще 4 киндер-сюрприза. Итак, здесь у нас снова, конечно же, снова коллекционная игрушка. И здесь, вау, что это такое? Я еще не видел такую игрушку. Здесь у нас, что же это такое? Снова с посланным элементом. Точно такой же вкладыш, 50-летний юбилей киндера. И здесь у нас, да, такой вот киндер держит подарочек. И светится этот подарок у нас в темноте. Итак, посмотрим. Ну что ж, выглядит здорово. Ну, я думаю, в конце видео мы также разрисуем нашу картинку. Интересно, что здесь за картинка. 600 с чем-то цифр. Интересно, что спрятал киндер-сюрприз под этой картинкой. Итак, у нас осталось всего 3 киндер-сюрприза. 3 киндерина. И посмотрим, какие игрушки нам попадутся в этих 3 киндер-сюрпризах. Я напомню, на следующей неделе у нас будет последняя специальная коробочка. Всего 3 специальных коллекции продаются в аэропорту. И вот третья. Раньше это были Looney Tunes коллекция. И сейчас это немножко новая коллекция. Увидите, какая. Интересно будет посмотреть. Здесь у нас вот такой вот киндерина в шапочке, который является также карандашом фигурка. Ну что ж, коллекция киндерина выглядит очень-очень неплохо. И вот я практически ее благодаря этой коробочке и соберу. Всего останется только 2 фигурки найти. Не сам киндерина, там были, мне кажется, собачка была в этой коллекции, точно не знаю. Итак, у нас осталось 2 киндерина всего, чтобы собрать нашу пати над облаками коллекцию. То есть вечеринка над облаками. Здесь у нас снова подружка киндера, киндерина. И здесь у нас она сидит на подарочке. И может крутиться на этом подарочке.
Ну что ж, итак, здесь у нас вот такая вот фигурка. А, когда едешь, то есть она крутится. Ну что ж, здорово. Так, у нас остался всего последний киндер-сюрприз в нашем сегодняшнем обзоре. И последняя фигурка киндерина. Итак, что ждет нас в ней, посмотрим. Здесь у нас вот такой вот киндер с шариками. Я думаю, шарики тоже у нас меняют цвет, да? Да, действительно, она солнцевая. То есть, если на них посветить солнцем, то шарики меняют цвет с синего на фиолетовый или розовый. Итак, и здесь у нас вот такой вот радостный киндерин, что им киндеру исполнилось 50 лет. Причем интересно, что исполнилось-то 50 лет не киндер-сюрпризу, как многие думают, а именно компании киндер. Киндер-сюрпризу используется 50 лет немножко позже. Ну что ж, вот так выглядит вторая специальная коллекция киндер-сюрприза, которая продается в магазинах Duty Free в международных аэропортах. И вот такая вот специальная серия, по сути, это коллекция киндерина и киндерина к 50-летнему юбилею компании Kinder, вышедшая летом 2018 года, плюс две фигурки теннисиста и художника, которые дополнительно добавили в эту коллекцию. Ну что ж, друзья, также у нас вот такой вот... Вот такая вот необычная картинка прилагается, и хочется, конечно же, соединить все эти точки, посмотреть, что же Kinder Surprise все-таки здесь задумал. Я думаю, мы сейчас это сделаем. Ну а через неделю смотрите последнюю коллекцию специальную. Будет интересно, действительно совсем новая сборка, новая подборка игрушек. Ну, об этом уже через неделю. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь на канал. А если вы этого еще не сделали, ну а сейчас мы посмотрим, что же за картинка у нас скрыта была в упаковке к этой коллекции.